Найбуйнейшыя музейныя установы свету ў гэтыя дні запрашаюць аматараў мастацтва на штогадовую міжнародную акцыю «Ноч музеяў». На Гомельшчыне дзверы для вячэрніх гасцей адкрылі больш як 20 устаноў. Аб тым, якія сюрпрызы падрыхтавалі для гамельчан, рэпартаж Веранікі Варашылінай. Ноч музея у Гомелі по доброй традиции наступила задолго до темры. У вечера в установах культуры областного центра разгорнулася сапраўдная свята мастацтва и прыгажосці. Забаўляльныя мероприемства у гэтые дни ладятся не только в выставочных залах, але и под открытым небом. Картинная галерея Гаўрыла Вашынкі и коммунальное унитарное предприемство «Кинотаур» организовали совместную творчую программу для людей, сапраўды закаханных у кино. В этом году «Ночь музеев 2018» мы проводим в новом формате – Open Air, или, если можно сказать, вечерний пикник, киноарт. И, конечно же, принимая участие в нашей акции «Ночь музеев», каждый посетитель найдет для себя что-то очень интересное. Унутраны дворы галереи у гэты вечер перетворился у культурную простору с тематичными арт-зонами. Тут можно было познакомиться с працей профессийных гримеров, принять удел у киноздымки, примерить на себе реквизит, который побывал на пляцовках «Беларусь» фильма, погутрить с режиссерами и актерами. Так само гостям пропоновали сделать портрет с натуры, провести интересные опыты и эксперименты у стиле школы чаровников Хогвартс, поудельничать у майстер-классах и тренингах. На усіх арт-пляцовках галереи акцент зрабили на познавальный аспект. Однако атмосфера радости и веселости так само никто не отменял. Отличный летний вечер. Мы, если честно, не ожидали такой активности. Но тут есть что посмотреть и детям, и родителям. Поэтому огромное спасибо организаторам. Почаще бы такое, чтобы не раз в год, а каждый месяц. Я вот увидела, как дело такое время, тоже захотела. Мне понравилось, здесь есть пантомима, тоже научили. Мимы смешные. Я для себя здесь очень много нового узнала. Понравился этот праздник и голуби, и эксперимент. Так само для удельников ночного свята у картины галереи Гаўрыла Вашынкі отбылся показ кино на свежем поветре. А замест звыклого фейерверка у неба взлетели разнокаляровые голубы, как символ миру, любови и прыгажости. Яркой и запоминальной атрымалася программа ночной международной акции у музея истории города Гомеля. На открытой пляцовце разгорнулися выставы хендмейд вырабов, ладилася яскравая концертная программа. Юных и дорослых гостей свята запросили на цікавыя гульни, конкурсы и спортивные забавы. Любы жадаючы у гэты вечер мог освоить элементы фигурного ваджэння и проверить свои силы на профессийном спортивном обсталяванні. Сёлетнюю ночь музея тут проводили под девизом «А у нас у дворы». У программе знайшли адлюстраванне найбольш популярный захапленный гамельчан, а тому заняток по душе мог знайсти каждый. Основной идеей в этом году было показать увлечение гамельчан, их досуг. Например, кто-то увлекается велосипедами, кто-то мотоциклами, кто-то любит петь, кто-то танцевать, кто-то является участником суперсовременного направления косплей. Мы это тоже сегодня отражаем. У залах музею святочную ночь праца так само не спынялася ни на хвилину. Тут можно было убачить выступление музычных гуртов и перенестись в атмосферу аристократичной роскоши и добрых манер минулой эпохи разом с героями театрализованного действа. Одна из залов музея перетворилась у капелюшный салон, где наведывальникам пропоновали примерить оригинальные головные уборы ручной работы. Своим святом супрацовники музея истории города Гомеля имкнулись здивить, уразить и зарядить преступных добрым настроем. До речи, сегодня на международную акцию «Нож музея» у гостей запрашаю Гомельский палацово-парковый ансамбль. Тут подрихтовали программу под назвой «Не только классика». У вазе ночных наведвальников яскравые танцевальные нумары, цікавые выставочные проекты, видовищные театрализованные выступления и шмат інших приемных сюрпризов. Вероника Ворошилина, Василий Сипцов, телерадиокомпания «Гомель».